начнем сразу, что спуски не готовы, то есть поднимать катера каким образом стоит. Никто еще конструкции не видел в глаза, их еще и нет даже. Катера подключены неправильно, не в неправильной последовательности на самом эллинге. Территорию вы видите сами, что здесь как стройплощадка, ни охрану никуда сажать. Никак. Ни ограждения. Ни ограждения нет, ничего. Как можно что-то сюда перевозить? Кто будет нести за это ответственность? Место для нахождения вахтеров или как сторожей. У нас получается, да? Сейчас. Одна бухта. На два эллинга. На 650 лодок. Это невозможно уследить. Или же у нас 11 баз, 44 вахтера. Как минимум десяток вахтенных будет в одну смену. У нас здесь получается 11 всего баз, 2 ушли на Улиши и здесь остается. То есть вот на этот модуль, как они его эллингом обзываются, встает 2 базы. Самых больших это у нас вот маяк и дельфин. То есть как бы уследить, что происходит на модуле, вот из этой сторожки, я думаю, не совсем реально будет. Тем более тут еще даже не подход, ничего. Даже вахтенный, увидев, что что-то происходит на эстакаде, он физически туда не добежит. Нюансов очень много, которые не доделали. То есть пытаемся говорить о том, что с нами это надо исправлять. То с нами соглашаются, но дальше этого не идет. Ну не выполняют. Я правильно понял, что вот это и есть конечный вариант, который внешне, да. Власть... Ну, администрация, да. Да, внешне, да. Предоставляет вам. Да, да, внешне, да. Внешне она готова. А у вас было обсуждение насчет того, что вы какие-то свои ресурсы будете вкладывать, какие-то средства там дополнительные? Изначально как бы вроде бы не должно быть как таковой, но как оно без этого Володин, не получится. Сдать под ключ. Да. Без этого не получится. А, то есть было, да. Под ключ, да? Ну мы прекрасно знаем, что все равно мы должны что-то вкладывать. Безусловно. Идеально не получится, как бы они ни хотели. Но не в таком количестве, как они сейчас делают. Понимаете? Название лодочники ассоциируется как бомб, алкоголик. То есть вот такое вот бранное слово получается. И поэтому строить сейчас не как нужно, а и так пойдет. Вот сейчас можно показать, что они натворили. Даже человек не знакомый с механикой. Нужно себе для того, чтобы... Причем делают спустя рукава, а мы так отколоться. И все прикрывается экономией средств. Купили, сколько они, 30 этих ребенок. Ну, это уже поет. То, что все то же самое повторяется. И повторяется здесь. Поставили оборудование, то, что нужно. Люди переделывали это все оборудование. А то, что им... Вернули Овчинникову на склад там телеги, лебедки, которые, я не знаю, из вас, если кто-то был там. Сейчас он эту телегу хочет втюрить нам. Лебедки нам кира оставили вот на коротенькие, на бетонные покрытия. Все это вырывалось, то есть... Люди до сих пор еще до конца не переехали, те базы. Это началось это все вслед. Аукнул всем, что... Ну, ребят, вы хотя бы 23 лодок поставьте, ну, чтобы создать видимость, вроде бы переезжаете, и все. Так это сфотографировали, доложили, что лодочники уже переезжают, и потом лодочников начали гонять. Как вы бы уже были на базе, вы уже... Вы... саботируете и так далее, и так далее. Здесь происходит что-то. Поэтому здесь мы этого не сделаем. Во-первых, ну, по Улишам там был вопрос такой, что это было начало лета, и время у людей было доделать. Здесь нас сейчас пытаются загнать на недостроенное, считай, вот, как мэр озвучил с понедельника, что мы должны переезжать. Как бы все мы прекрасно знаем, что понедельник, 15 октября, навигация остается максимум месяц до закрытия навигации. Погода, но это вот им везется, ты в этом году с погодой. То есть за месяц просто нереально база. Значит, я, получается, я должен часть лодок перевезти, часть оставить там. И в зиму жить на две базы. Когда вот здесь, тут одного, тут вот сейчас у нас у каждого один вахтенный в сутки работает.
А здесь я их не знаю, сколько их, 5 надо посадить, чтобы они бегали вокруг этого села. Не ограждение. Как можно вообще говорить о переезде, если это незаконченное строительство? Даже вот данный эллинг не закончен. Переезжать на стройплощадку? Здесь будут сварочные работы огневые. Ну, я понял, что вы, ну, ваше недовольство, они понятны объективно. А вот что вы хотите там предложить или озвучить? Ну, мы вначале, даже при последней встрече с Вячеславом Викторовичем Володиным, это было 5 сентября, по-моему, здесь же, он сказал, что сначала давайте, говорит, построим, все облагородим, а потом будем уже заниматься переездом лодочным. А у нас чиновники пытаются это преподнести по-другому. Отчитаться им надо, чтобы мы вот быстрее переехали. И не дальше заявили так. Куда? Ваши защитники далеко, в Москве, а мы здесь, на месте. Ну, это... А кто это сказал? Сейчас уже нет человека, там открытый разговор. Да, Татьяна, она... Карпеева нам в свое время это выдала. Когда она была замом. Это она так про Володин сказала, что ли? Нет. Или она нет? Просто сказала, просто. Но это она было еще год сказала. Назад. А нам мы к ней что-то пришли тоже с этим вопросом, она им сказала, будет так, как мы здесь, будет так, как я здесь решила. Ваши защитники там где-то, в Москве, а мы здесь. Но это начиналось все в 16 году, когда достучались, грубо говоря, мы до Вячеслава Викторовича. Но оно и так и продолжается. И все это кормит завтраками. Вот идемте, фотографируйте в ту сторону, просто что там, надо здесь езжать и заезжать на базу. Вот. Вам понятно, вам в пятницу преподнесли так, как это преподнесли. Так. Я Марков Юрий Александрович, председатель Лодочного совета Эстеркова. Вот интервью мэра нашего города 10 октября. Было сказано, что 15 октября начинается переезд в Маломерово флота. Мы не согласны с постановкой вопроса. Вот сегодня мы обследовали, что на данный момент эллинг нет ни ограждений, ни съездов в воду и так далее. Мы готовы переехать только тогда, когда эллинг будет полностью готов. Со съездами, с тележками, со всеми остальными атрибутами. Больше, как переехал оптимист, пошел на провокацию, до сих пор не может решить вопрос о состоянии. Или нет? Ну, я сомневаюсь. Чтобы доделать, чтобы устранить эти недостатки, которые уже построены, нужно время. А еще 30%. 5 секций нужно еще достроить. Это, в общем-то, приличные затраты и по времени.